Владельцы этого имени находятся под покровительством планеты Марс. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Необычайно волевые люди, наилучшие сферы приложения их усилий те, где во главу угла ставится способность преодолевать препятствия, бороться до победного конца. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Они находят красоту в любых ее проявлениях. Реализоваться такие личности могут в сфере искусства, медицины, религии, философии и метафизики. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.